Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня собираем летний душ, метр на метр, высотой 2 метра. Бак с подогревом. Пока приехали, расположились, начинаем сборку. Закончился у нас монтаж. Напоминаю, строили сегодня летний душ, метр на метр, 2 высотой, без парника. Бак 150 литров с подогревом. С лейкой, трапик. Каркас из трубы сделан 20 на 20, покрашено полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Стоит все на брусе, брус 100 на 150, закреплен к земле с помощью, видно там, якорей. Трапик. Все прочно. Все надежно. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность, серенький, матовый, все торцы защищены торцевым профилем. А у меня на этом все, ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии, всем пока.